Филиал Владивостокского базового медицинского колледжа был организован в Дальнегорске еще в 2022 году на базе Дальнегорской центральной городской больницы, а уже к осени 2025-го обретет собственное здание и общежитие для студентов. Сейчас в Дальнегорске существует нехватка среднего медицинского персонала, и для пополнения кадров были приняты организационные решения. Мы решили здесь создать непосредственно медицинский колледж, где будут проходить обучение ребята на базе уже 9 классов, в том числе и после окончания школы 200 ребят будет учиться. Это как раз те, кто проживает и в отдаленных районах. У нас Дальнегорская больница узловая второго уровня. Вот, поэтому сейчас уже 55% не только учатся, но и включается в подработку. Поэтому стоит задача в этом году выполнить все те работы, которые связаны с началом учебного процесса. Здесь же будет проживать порядка 100 человек. Вот, то есть, ну и с 26 года, там, с 25 начнется образовательный процесс, с 26 года произойдет расширение по специальностям. Вот, то есть это такая хорошая поддержка на местном уровне для обеспечения среднего медперсонала. Обучение медперсонала и снижение дефицита медиков в больницах и поликлиниках – ключевая задача нацпроекта здравоохранения. Ранее глава региона отмечал особую роль системы профессионального образования, где основной ориентир – запросы предприятий и инвесторов. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.